Пожизненное заключение. Такой срок может получить лидер наркогруппы. В ходе обыска оперативники наркоконтроля изъяли у него 1000 синтетических таблеток. Сбытом так называемых колес занимались трое безработных казанцев. Лидер этой банды выискивал клиентов среди молодежи и сбывал психостимуляторы. Как говорят оперативники, сделки совершались мелкооптовыми партиями. Сейчас все участники преступной группы задержаны. В отношении организатора заведено уголовное дело по факту избыта приготовления наркотических средств. Максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.